Здравствуйте! Сегодня мы с вами сплетем вот такой яркий интересный браслет, который называется спираль. Или его еще называют восьмерки в цепочках или бесконечность. Для его плетения нам понадобится станок, яркие резиночки и основной цвет. Ярких резиночек у нас должно быть по 3 штуки каждого цвета. Итак, начнем. Повернем станок себе закрытой частью столбиков. Начнем с основного цвета. Берем первую резиночку черного цвета, накидываем на первый столбик левого ряда и перекидываем на первый столбик правого ряда. Сейчас мы будем одевать резиночки правого ряда. Накидываем резиночки, соединяя между собой столбики. Переходим к левому ряду. Точно так же соединяем между собой столбики. Соединяем между собой левый и правый ряд. Опускаем резинки вниз, чтобы было дальше удобно плести. Берем резинку черного цвета, перекручиваем восьмеркой и накидываем на последний столбик. Переходим к цветным резинкам. Берем 3 резинки. Если перекрутить один раз, то получится восьмерка. И браслет будет называться или бесконечность, или восьмерки цепочка. Но я буду перекручивать 2 раза. И это будет браслет спираль. Накидываю на вторые столбики 2 рядов. Берем следующие резинки. Перекручиваем 2 раза. Также накидываем. Так, все резинки накинуты. Теперь разворачиваем станок себе открытыми частями станка, столбика. Теперь отодвигаем 2 резинки, которые мы накидывали. Захватываем верхнюю черную резиночку. Снимаем столбика. Смотрим, к какому столбику она относится. На тот столбик мы накидываем ее. У нас к правому ряду относится. Продолжаем скидывать, перекидывать по правому ряду. Следующую резиночку скидываем, перекидываем, отодвигаем,
Захватываем нижнюю, перекидываем на следующий столбик. Переходим к левому ряду. Отодвигаем, захватываем нижнюю, перекидываем на следующий столбик. Отодвигаем, захватываем нижнюю резинку, перекидываем на следующий столбик. Теперь заводим крючок вовнутрь резиночек, который на последнем столбике. Берем черную резинку, продеваем через все резинки эту черную резинку, надеваем на крючок. Теперь можно снимать браслет со станка. Он получается у нас не очень длинным. Нам нужно доплести. Для этого берем черную резиночку и скидываем на нее две резиночки с крючка. Надеваем обратно. Скидываем, одеваем. Так, я доплела. Теперь можно одевать застежку. Скидываем с крючка. Соединяем с теми двумя резиночками, которые мы одевали на столбик. Вот такой вот интересный, яркий браслет у нас получился. Заходите на наш канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, следите за обновлениями.